Дорогие мои друзья, дорогие мои любимые подписчики, сегодня я хочу вас всех поздравить с наступающим Рождеством и Новым годом. Я хочу вам всем, мои хорошие, пожелать крепкого-прикрепкого здоровья, счастья, любви, самое главное, мира. Мира во всем мире, как мой дедушка любимый говорил, и в вашей квартире. Сейчас, в эти трудные времена, нам, как ничто, важен мир. Я вам всем хочу пожелать, чтобы вы были окружены хорошими людьми, чтобы вокруг вас всегда были преданные, настоящие друзья, которые вам всегда во всем могут помочь, чтобы вы никогда не были одиноки. Кто-то, у кого нету возможности отпраздновать эти прекрасные, волшебные дни, то протяните руку помощи этим людям и обязательно поделитесь своим каким-то малюсеньким теплом. Уделите внимание этим людям, потому что самое страшное, вы знаете, это быть в этой жизни одиноким. Эти праздники, они волшебные. И, конечно же, я хочу, чтобы ваш каждый дом обязательно заглянуло это волшебство, чтобы ваши родные, близкие, детки почувствовали какую-то сказку. И, конечно же, пробуйте создавать эту сказку вместе с вашими семьями. Будьте все здоровы, счастливы, любимы и дружите друг с другом. Всех вам благ в новом наступающем 2024 году и до новых встреч. С вами, как всегда, была и будет любящая вас Виктория. С Новым годом, с новым счастьем и счастливого Рождества! Thank you.